Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон в полном составе. Зверюга хорошеет, красивеет, большеет немножко. Вот. И мы решили сегодня с вами поделиться своим новым приобретением. Это приобретение, я буду краток, моя любимая гитара, вон она стоит, акустическая фони. От Гибсона, да, она у нее повело гриф, и она перестала нормально строить и играть. То есть это как бы очень меня подкосило, ну, скажем, в том плане, что я не могу теперь играть и какие-то свои матершинные песни петь. Да-да, я сочиняю только матершинные песни. Кто хочет услышать, чат-рулетку, идите там, начните. Здесь я не решаюсь, конечно. Итак, дорогие друзья, когда гитара у меня навернулась, скажем так, ремонт таких гитар очень дорог, половина цены как минимум, это в 300 евро обойдется. Поэтому я что-то задумался, а не приобрести ли мне что-нибудь такое, чтобы у меня поддержал вот трудные часы. И вы знаете, я с детства все мечтал, ну я же из поколения Битлз, да, любители, я мечтал иметь такую гитару, как у Пол Маккартни, на левую сторону, если ша. Вот, но потом какие там левые, лишь бы хоть какая была, когда у меня появилась первая гитара, и у нее лопнула третья струна. Кто знает, кто был в те времена, тот знает, что это была тоже катастрофа. Вот, и я думал о том, что вот хорошо бы иметь электрогитару. Электрогитару хорошо бы иметь. Но это было настолько невозможно, по причине того, что их толком бы и не было. А во-вторых, доходы моей семьи, там, электрогитары, и думать не приходилось, какую струну достать, третью. Поэтому, когда вот это случилось, мне потребовался какой-то такой психологический перелом, чтобы сказать, ну сейчас-то ты можешь себе позволить. Вот. И я сделал это. Сегодня мы с вами, без лишних разговоров, вот она только-только пришла, я хочу с вами поделиться этим. И открыть сие чудо вместе. Так, давайте посмотрим. Коробка в коробке и древность. Собака по раздолью, да? Ну, давай, выходи. Выходи. Итак, сейчас мы ее разберем, что тут у нее есть, все посмотрим. Так. Ну, в первую очередь я хочу вас познакомить с самой гитарой. Я долго выбирал. Прекрати, ты мешаешь. Хотелось что-то красивое такое и в стиле ретро. Я как бы не признаю гитар, которая не похожа на гитару моего детства. Так. Сейчас мы вскроем. Закрыто. Так.
тебе вот все надо здесь. Все посмотреть. И сюда, ребят. То есть вот так она выглядит, ребят. Вот так она выглядит. Довольно-таки симпатично. Это донор. Ну, я скажу, это гитара для начинающих, в общем-то. И это может быть и Харлей, и может быть донор. Все они изготовлены, конечно же, в Китае, я думаю. Да-да, Инчина. Вот. Ну, мне как бы это мало волнует, мне главное, чтобы это было красиво. И на первых порах позволило мне учиться. Вот. То есть, как вы видите, вот такая штукенция. Симпатичная штукенция. Так, поставим-ка мою сначала на... И взберем что-то дальше. Я так и знал, что многие ждут бумажку, которую пожевать. Так, далее. Что у нас? Нам нужен, естественно, чтобы подсоединять. Нам, нам нужен кабель. Вот такой кабель, довольно-таки длинный, что хорошо. Так, кабель одним концом, естественно, он втыкается в саму гитару, а второй идет усилитель. Сейчас мы посмотрим с вами усилитель. Это да, конечно. У меня в гоне стоит усилитель Marshall. Так вот, это вот 1/20 часть от того Marshall. Ну, у меня такая дура. Настоящий концерт. Так, здесь тоже какие-то проводочки. Сам усилитель выглядит вот так. Покажу. Это продолжаю делать, да? Вот и развлечения. Вот, как видите, да? Но, как я посмотрел, лицензии, всякие рецензии, этого должно хватить для игры в квартире. То есть, вполне. Больше мне не надо. Все-таки в Германии живем. Так, это понятно. Далее, что у нас еще есть? Так, это вибратор. Вытяжевые струны. Надо делать. Так, скромненькая такая. Для поддержки гитары ремень такой, да, скромненький. У меня есть красивый. Там. Вот там стоит. Пока остановимся. Ну, потом есть несколько ключей для настройки грифа, как я понимаю, подтяжки там и так далее. Так. И еще есть очень интересные вещи, которые мне никогда не приходилось пользоваться. Все делал на слух. Так. Что у нас еще есть? Запасные струны. Теперь мне не надо бояться, что у меня третья струна порвется. Ну и при настройке гитары есть такая штука здесь интересная. Крепится, штукенция крепится прямо на гриф.
и снимает звуки прям с грифа. То есть гораздо точнее, чем если бы я по микрофону бы это настраивал. Потом, если будет желание, скажите, я вам покажу, как я это делаю. Так, ну и последнее что-то здесь еще. Ну, такая штука, которой я никогда не пользовался. Это перекрывает струны, понижает, на грифе понижает тон. То есть, если голоса не хватает, как у меня, да, то, наверное, я буду этой штукой пользоваться. Хорошая, нужная вещь. Вот. Вы скажете, ребята, как же ты вот таким звуком собираешься тут нам что-то рассказывать или показывать, чему-то там новому научился, да? А не тут-то было, вот тут мы прогадали. Рекс, он мугани. Посмотрите-ка сюда. Чего я еще имею? То есть это как раз вот нужная вещь для того, чтобы играть и петь матершинные песенки. То есть я хорошо потратился, да, но я могу себе это, во-первых, позволить, а во-вторых, почему бы не поразвлекаться, правда? Потому что на склоне лет хочется, чтобы душа развернулась. Итак, вы посмотрели первую передачку о том, как я купил электронную гитару. Ну, а если будет интересно, как я дальше с ней обращаюсь, пишите, я с удовольствием вам покажу. Но если не интересно, то тоже пишите. Скажите, да нафиг мне это надо. Ну, хорошо, да. Всего доброго, дорогие друзья. Пока.